Мы на канале Blade Play и с вами Соня. Мы продолжаем играть в Enclave, и кажется, это последняя серия. Так как мы прибыли на пункт назначения, город Микеон. Ух ты, как клёво! А что там с молнией? Ух ты, как круто! Ну? Давай, манна, 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 манна. Блин, он так много тратит. Выход из задания через... А, типа нельзя не уплывать дальше. Ты тонешь в воде? Кис-кис-кис. Идем ко мне, искупаемся. Вода тепленькая. Да. Ну где же? Гнездо. А у того чем мешочка не было? Да не надо, не надо выходить. Ты чё, не надо. Просто купаемся тут. Чё ты сразу? Выход из задания. Тут камешки за камешками, денежки? Там денежки? Да. Блин, чё ты сразу выходить? И чё ты нам дал, стрелы? Ну блин, ну я же не лучница. Там мешочек, я вижу мешочек. Можно я здесь пойду? Ты меня из задания не выкинешь? Блин. Да что вы меня пытаете? Беспредельщик. Так, из задания не выкинешь? Вот спасибо. Так, ну вроде ничего, так красивенький. Красивенький, слушай. Я тут... Ты типа наш. Ну типа подожди, я сейчас короче это. Ну короче. Смотрю, нет ли мешочков там. Зелий. А то у меня всего 3, я бомжую. И всего 25. Ага. Кто тебя на стрёме поставил, алё? Просрал ты свой стрём. Я знала, что надо осмотреть местность. Всегда осматривать им местность. Блин, тут столько всего. Ну, да, welcome вот... to Mechalon. Да-да-да, спасибо. А чё вы тут стоите, а там какие-то чуваки гуляют? Тоже мне стража. Чё, я опять кого-то тут убивать должна? Эй, прикольные такие. А вы двигаетесь? Эй! Enter the arena, stranger, and prove your worth. Я чужеземец? И покажи, что ты можешь? А с кем я буду? Тут целебная вода есть, ну все. Сейчас я всех вас на вертел посажу. Блин, тут кровь. Ух ты ж, это же из этого. И это все? Ну что, у меня аж поза. Типа можно было как... Я вот с этим буду драться. I challenge you. Слушай, ты мне не ровня. У меня поза молнии. Что-то можно было делать. Зелень типа? И чё, кто дальше? Так. Я типа победила? Ух, those ты people from это люди из Селенхайма. Ща. Блин, этот природный на цитере похож. Где мне манну надо набрать? Пожалуйста, не убивай меня, я беззащитна. Манна тоже восстановилась? Так нечестно, у него есть щит, а у меня нет щита. Ну, подойди же ко мне, подойди. Ох ты.
думаешь, ты самый сильный? Ты ошибаешься. Я все могу взять. Я могу все взять. Как хорошо. Ты мне ключик дали. Туда мне идти, типа? Ну, не надо. Ух ты. Вот красота-то. Офигеть. Не зря я его купила. 1000 монет. А, типа меня здесь заперли. You have proved your worth, stranger. Ты доказал, что достойный. Our leader shall speak to you. Наш правитель поговорит с тобой. Сейчас я на лесенке так и не была. А что, сюда? Move along. Вам сюда нельзя уходить. Не больно-то хотелось, знаешь ли. Что, мешочки есть? Эй, брат, подожди, я мешочки найду. Так. Ух ты, пух ты. Я не умру? Нет, ты смотри. А, можно было вот так вот. А мы тут прыгали, жизнью рисковали. А можно было вот так просто? You fought most valiantly. Electo will see. Сражался мужественно. Сохраняшка? Блин, я надеюсь, тут меня никто не будет атаковать. Тут какая-то дверка. Чувак, ты бессмертный? Ну да, конечно. Откройся! Симсалабим! Сейчас, погоди, чувак, там, наверное, еще дверка есть. Может, хоть она откроется? Бессмертный все. Так, Сезам, открой дверь. Ну где вы еще так постреляете в людей? Вам ничего за это не будет. Ну ладно. Ай-яй-яй, я рада тебя видеть. Yeah, impressive. О, потрясающе, я следил за каждым вашим шагом в этом маленьком приключении. Selenheim is quite a distance to travel. Путь до Селенхайма не близкий, я полагаю, у нас есть общая проблема. You are seeking our aid against the outlanders, yes? The magic of Selenheim is inherent in our lands as well, and they are without any doubt going to invade us soon. Блин, ты такой стрёмный. Впрочем, есть проблема, которую необходимо решить в первую очередь. Как вы знаете, Камзарское ущелье очень узкое. И захватить его даже небольшая группа людей сможет держать там нынче целой армии. It used to be under Прежде our control. However, the Dragatar infiltrated from within and seized it themselves. For us to help you, you will need to see that this pass is destroyed, so that we can get our men through it. And I believe the only one who would truly be strong enough to do such a thing would be the legendary magician called Zael. He seems to have practiced at the sort of destruction needed for this. Опыт деления и разрушения, который... I've heard rumors that he lives even still. Типа мне его искать надо. And that he was last sighted near a lake further up north. If you can accomplish this, we will send the help you ask for. We have just recently repaired our airship. Bring a fuel container filled with gas, and you may use it to reach your destination faster. Your Highness, they are coming. Ваше высочество, они... Ох ты, блин, какие люди! А чё, их только трое? Нет, их не трое. It seems you'd better hurry. Ладно, я, короче, сматываюсь. Ребят, вы давайте снимем. Да уйди ты от меня, с тобой ребят сходим. Ой, типа я могу у них ракушки собрать. Сюрприз! 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 Кто там уже? Берсерк, зверюга! Мне выпить надо! Пей! Пей, деточка, пей! Ёшки, там чья-то рука. Ох ты, блин! Как так вышло? Скажите мне! Как? Я истратила, получается, просто так свое зелье. Блин. Где такая привычка, блин, нехорошая? Блин, когда этот Цезарь говорил про человека, который сможет разрушить зал, то он думал, что это про меня.
Я так думала. А он про какого-то Зейла. Что это такое? А, ну да, это же это. Короче, все ушли. Что ты сделала? Слушай, чувак, подожди, я сейчас... Порешай с ним. Это чего такое красивое? А можно я постреляю? Ох ты, блин! Гоблин фанатик! Иди отсюда, фанатик! Ты моего друга положил? Ты кто вообще такой? Ща, погодь. Тут что-то есть? Ну, тут ничего нет. Ты что там делаешь? Да что, блин? Почему это так касает? Последнее зелье не тратила. Все, это мне надоело, я пошла. О, нет. Я не ухожу, как сам стоит. Прикольненький тут садик у него. Мне бы жить в таком замке. О, ты боже, я сверху. Чуваки, можно я не буду с вами драться? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Вы, ты меня не видишь. А я тебя вижу. Ты что, я тут типа могу взять? Я стрелять могу. А ты не можешь. Я буду тебе в ноги стрелять. Ты вообще подыхаешь? И вот тебе ноги. Ноги ты не закрываешь? Что я не могу найти? А, вот он. Можно я буду ходить? Кто еще в меня стреляет? И так можно? Ну ладно. Да кто опять? Серьезно? Что? А-а-а, сосчитал, гоблин фанатик, это я тебя не добила. Как так вышло? Так-так-так-так-так. Чё это стрела? Ясно. Где мешочек? И чё, больше ничего нет? Это как бы всё, да? Слушай, брат, давай договоримся. Ты меня не трогаешь, я тебя не убиваю. Чё, сразимся на равных? А ты что думал? О, ну вот это немножко играть. Прикольный такой шаманистский. А здесь что? А, это типа дверка, из которой я пришла. Тут меня никто убивать не будет, да? А типа золото есть? Где-то золото там. Я полечу! Я впервые за эту игру буду летать. You need the gas gun. А мне пока не стоплю. Ну ладно. Нужна так нужна. Блин, а где я ее возьму? Слушай, брат. Yeah.
вода меня исцелит? Спасибо, но где это? Ты что, совсем? Даже я. Аэроплан интересный. Брат мой, ты куда пошел? Я здесь хочу. Ну лови, что ли? Ты моего друга. Ты моего друга обидел. Так и нет. И так будет с каждым. Ой, какой. Так. Пойдем. А значит, я тебе... Короче, я тебе помогу, а ты мне дает конец. Че, посмертный? Это конец. Клёво, вот отсюда он за мной наблюдал. Ну и ладно, не будем, хотелось. Пойду туда. Короче, мы подобрали канистру. И сейчас пойдем, полетим. Придется возвращаться. Где дверь открылась? И почему она открыта? А, ну ладно. Пошли, короче. Сейчас нам к тому чуваку. И все. Сюда? Блин, не сюда. Мы здесь сохранялись. Вот он. Эй, чувак. Какой агрегат. Рыбка прикольная такая. Та-дам! Полетели, you бро. Need to fill the container with gas fuel. Что? Я что, зря сюда топала? Да офигеть. Вы издеваетесь надо мной? Ладно, пошли. Там, походу, эта дверь открылась. Ой. Не туда. Сюда нам, сюда. Так. Ну пошли, друид мой верный. Блин, я же круто вызвать не могу. Ты светишься, я вижу. Сезам, открой дверь. И вот. Вон та, наверное, открывается. Откройся же ты. А куда мне тогда? Блин! Куда мне тогда идти? Где я вам топливо возьму? Ну ладно. Так. Где я могу эту канистру пополнить? Не знаете? Я так тоже. Слушай, чувак, где я ее топливом наполню? А что дверь есть? Ну да, тут есть дверь. Может, это первый раз слышу. Топливо есть? Все, ну теперь пошли, бро. Там-да-да-дам, там-да-да-дам. Прикольно, я даже не знала. Ну ладно, нам сюда,
сюда нам? Да, нам сюда. Не, нам не сюда. Чё вы меня путаете? Йоу, бро, я уже здесь. Ты не поверишь, я принесла тебе то, что ты хотел. Полетели, друг мой. Good. О, спасибо. All glory to the Empire. Мы летим. Так. Кто это побросал? Это я побросал. Ясно. Что с тобой происходит? Я не поняла, ты чё? Что с ней происходит? Так, а там вдалеке небо моргает. Все? Так, вы награждаетесь новым заданием. Я думала, это будет последняя серия. Хоть предки и приняли путников как героев, поскольку те доказали свою честь и проявили мужество в борьбе с вторгнувшимися извне, все же что-то было не так. С незапамятных времен посадки были разрушены со своими селенхаймскими братьями, тем не менее они практически без раздумий ответили согласием на их просьбу помочь в борьбе против Орды Драгатар. Предложив помощь своим братьям, предки попросили лишь одного — разрушить крепость Камзара. Пакт Гифура запрещал такие разрушения, однако предки объяснили. В противном случае они не поспеют на битву вовремя. Удерживаемое врагами Камзарское ущелье было единственной преградой на кратчайшем пути в Силенхайм. Ущелье было узким, потому отлично охранялось. Даже горстка людей могла бы остановить в ущелье целую армию. Не разрушив крепость, миновать его было так было бы трудно. Отчаянные времена требуют отчаянных времен. Их последней надеждой был верховный маг Зейл. Легендарный бич Ватара, убийца Зурана, человек, расколовший мир, его нужно было найти. Но даже если он жив и его сумеет разыскать, то захочет ли он помочь? И какой ценой мир заплатит за победу над злом на этот раз? Пойдем. Святилище. Окей. Я хочу тебе новые доспехи купить. Я могу? Нет. А почему я так мало заработала? У меня 1200. Не могу что-нибудь купить? Какой-нибудь посох новый? Ну окей. Ой, зачем я тебе отчаяние выбрала? Мне просто штормов нужен. 3 зелья здоровья назад, легкие доспехи. Ну, куплю тогда нож. Все. Погнали, бро. Северные озера. Странная ржавая конструкция, торчащая из спокойных вод озера, не похожа ни на что, виденное нами, вами ранее. Похоже, она относится к эпохе еще более ранней, чем создание разлома. Вы должны найти способ войти в древнюю конструкцию в озере. В озере? Найдите высшего колдуна Зейла. Зейл должен остаться живых. Ясно. О, как здесь красиво! Блин, это все равно стрёмно на этом фоне. Прости, ничего не мог поделать. Типа нам туда надо будет пойти. Как же здесь клёво. Ну, ясно. Ну, а поплаваем мы в этом озере и найдем Зейла уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была Соня, это канал Blade Play. Пока.